Весомую поддержку всем, кто любит читать, дают чеховские книжные фестивали. Они способствуют пополнению фондов библиотек Таганрога. Все новинки после фестиваля передаются в дар городу и остаются в библиотеке. В этом году около 600 хороших книг пополнили полки городских библиотек. Это книги на разные темы – романы, повести, мемуары, научная литература, книги по истории нашей страны. В этом году специальная книжная экспозиция была посвящена 70-летию Победы и Году литературы. И часть этой экспозиции чуть позже попала уже и в наш отдел. Мы приглашаем всех познакомиться с книгами, рассказывающими о различных периодах и об основных сражениях Великой Отечественной войны, о военачальниках Великой Отечественной войны, об истории техники о Великой Отечественной войны, о трудном, суровом детстве, с которым столкнулись дети Великой Отечественной войны. И еще одна интересная рубрика была представлена. Это Крым в период Великой Отечественной войны. На этой экспозиции были представлены и научные труды, монографии, также художественная литература самого разного плана и для детей, и это были переиздания уже известных нам книг о Великой Отечественной войне. И мы приглашаем вас познакомиться с этой замечательной литературой. Было много очень энциклопедий, справочников, которые могут помочь вам как и в учебном процессе, так и открыть для себя что-то новое. Вообще в нашем отделе история, книги по истории представлены в открытом доступе, и любой желающий может подойти и самостоятельно с ними ознакомиться и поработать. Наш великий земляк Чехов, которого все знают как писателя и врача, был еще великим меценатом по отношению к родному городу. Первые книги в библиотеку Таганрога Чехов покупал на свои деньги и присылал в родной город. Сегодня книги продолжают поступать в Таганрог, и остается надеяться, что новинки найдут свою дорожку к сердцам читателей и доставят истинное удовольствие книголюбам.